что, дорогие друзья, вот мы тут нагрузились школьными партами и мешками с фасолью и направляемся в город Лодвор. Мы тут вынуждены были сделать остановку из-за того, что дорога перекрыта. Ремонтирует мост. Сейчас будем ждать. Едем, говорят, едем. Ну что, пересекли мы эту большую воду, и прямо за большой водой было, есть такое поселение тут вдоль дороги. В воздухе пахнет козленком, я вам правду скажу, прямо пахнет вот козленком. Дети тут торгуют манго. О, они рекламируют. Смотрите, как вкусно едятся манго. Вот и козленок. Вот и козленок, которым пахнет воздух. Ну, так выглядит дорожное кафе. В Кении они, в принципе, все одинаково выглядят. Тут можно прохладительные напитки попить. Тут есть кухня, можно вкусно покушать. О, very nice, very nice. Вот такая печка, старинная, древнейшая. Еду готовят. Здесь печется традиционное кенийское блюдо, называется чапати. Вообще поговаривают, что рецепт чапати в Кению пришел от индусов, что это не местное блюдо, но тем не менее оно уже печется, готовится как местное. И этот хлеб, он на самом деле очень вкусный, очень вкусный. Все-таки решился попробовать местное блюдо, местный плов с козочкой. Мы до сих пор в том нашем ресторане кенийском. И я присоединяюсь к Лиге Героев. К Лиге Героев-миссионеров, которые кушают местную пищу. Ну что, дорогие друзья, мы доехали до последнего блокпоста, который находится перед въездом в 100-километровую опасную зону, на которой находится дорожное пиратство. И вот здесь под деревом сидит наша кенийская армия, которая следит за порядком, за миром в стране, во что мы искренне, конечно, верим. Но в целом вопрос состоит в том, что мы сейчас ждем других машин, которые поедут с нами в колонне, чтобы все-таки было более безопасно двигаться в этом промежутке дороги. Что-то было, мы слышали какую-то перестрелку. Вот эти хлопчики поехали на разборки.